кавайненькое, няшненькое. Да, такое. И хотелось бы на этой сцене увидеть нашу дорогую, драгоценную... Анну Холику. Преданную Анна, фанатку японской популярной культуры и организатора встреч поклонников японской уличной моды в Гомеле. Ань, ты где? Аня, иди сюда. Потерялась куда-то. Так, ну что, мы, наверное, вручим тебе один из микрофонов. Спасибо и большое. Будешь... Давай два. Да, давай два сразу вручим. Будешь нам помогать. Ну, итак, чего будет-то? Конкурс для поклонников японской уличной моды «Кавай Контест». У нас тут много так всего, на самом деле. Мы вот будем смотреть все подряд или будем... Отлично. Договорились. Ну что, тогда поехали. Первый номер у нас будет... Ага, Джой Фокс Лолита, Красная Шапочка из Санкт-Петербурга. Наша первая участница воплотила в стиле Лолита известный сказочный образ Красной Шапочки. Для полноты картины она даже взяла с собой корзинку со цветами и пирожками. А где корзинка? Итак, номер два. Рози, кимоно и Харадзюку, Москва. Токийский квартал Харадзюку – известный центр японской молодежной моды. Яркие улицы этого района диктуют свой стиль ношения традиционной одежды. В образе нашей участницы сочетаются разные текстуры, фактуры и цвета, сплетаются традиция и современность. Фолли, школьный стиль, город Минск. Современные японские школы все реже рекомендуют матроску своим ученицам. Сейчас на пике популярности костюм в английском стиле. Но японские школьницы все равно выделяются своей любовью к высоким гольфам и необычным галстукам в виде бантика на шею. Анри Грэм, рок и харадзюку, город Орша. Любимым приемом поклонников японского рока, бижоукей и моды харадзюку является создание ярких андрогенных образов. Вот и наша участница постаралась передать стиль существа, который имеет в своей внешности как мужские, так и женские черты. Акеми Амаи, декор Минск. Еще одна участница, которая представляет нам яркий и сумасшедший стиль модников харадзюку. Декора известны всему миру тем, что могут украшать себя сотнями аксессуаров одновременно. В то же время ее образ отражает самые последние тренды на пастельную моду и фэри. Камикао, Лолита, город Киев. Следующая участница представляет нам образ Зиты Пирата. Пиратская тема поддержана треуголкой, перевязью, компасом, украшениями с черепами. Также в ее образе присутствуют стимпанк-акценты. Это броши, аксессуары на треуголке и очки. Маюши, Лолита, Борисов. Стиль готической Лолиты, наверное, самый известный японский молодежный стиль. Современные Лолиты любят платья с сюжетными картинами и сложные головные уборы. Вот и наша участница в своем элегантном образе представляет все последние тренды этой моды. Нори, Лолита, Минск. Снова Лолита, но уже классическая. Главной темой этого стиля являются оборки и кружево. Классические Лолиты воплощают более взрослый европейский стиль. Но образы также могут быть праздничными и нарядными, как у нашей участницы. Ну а сейчас на сцене Мун Оджи Орша. Оджи иногда называют младшим братом Лолиты. Это мужской стиль. Но как и многим стилям харадзюку, ему присуща андрогинность. Образы принцев особенно популярны в японской готике. Такое элегантное стилистическое направление и воплотила наша участница. Ну а сейчас зло, просто зло. Old School Лолита из Минска. Old School Лолиты выделяются своим простым кукольным стилем. Хлопковые платья и блузки, украшенные широким белым кружевом, обувь на платформе и аккуратные бантики – это то, что всегда будет нам напоминать об истоках моды Лолита. Ну и, наконец, Маршал Лолита, Витебск. Последняя наша участница также представляет стиль классической Лолиты. Несмотря на сдержанную палитру в коричневых цветах, ее образ очень нарядный за счет сложного сюжетного принта на платье. Ну что ж, мы познакомились с нашими участницами, и я думаю, теперь они постараются максимально раскрыть свои замечательные образы во время дефиле. Austin, 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 Austin.
Специалист не на любите букву на целу. Буква тису и на тело лиски. И на лому до мене, как у меня очень любит. Даралета специалист, нега и цуме отателалета боку. Ай, ва ташкамета его виски, но боку маде тадоритскитай. Кими на кумото закару. Боку га боку де накунару. Маэ ни. Ай, де мо и гай, зумеру. Йору ни ару га ма.
Все наши участницы на сцене, все вместе. И мы еще раз, пожалуй, всех их назовем для вас. Ну а зрители, помните, голосуйте за понравившуюся вам участницу. Это дело хорошее. Итак, Джой Фокс. Стиль Лолита. Рози. Кимоно и Хараджу. Фолли. Школьный стиль. Анри Грэм. Рок и Хараджу. Акими Амайи. Декора. Ками Као. Лолита стиль. Маюши. Стиль Лолита. Нори. Лолита. Мун. Оджи. Зло. Олдскул Лолита. Маршал. Лолита стиль. Ну что ж, вот этот один из самых красивых конкурсов у нас и подошел к завершению. Всех отпускаем. Спасибо. Можно большое расходиться. Спасибо. И за аплодисменты вам участницы также скажут огромное спасибо. Пусть не лично, но точно об этом подумают.